ну ты заставку на целую минуту бахну, больной ублюдок. Так, далее в видео. Просто откройте Авито. Либо ловить адские трипы и затем блевать в шлем. Наблюдаем черный экран. Правда, есть риск переборщить и блевануть, и находится близко к этому самому носу. Так как я ни хрена не понимаю в моддинге, похер как оно выглядит, а вы тем временем смотрите на некоторое дерьмо, будет либо виснуть, либо боговать. Итак, вы здесь потому, что хотите погрузиться в мир сталкера с головой. Прям буквально. Ну, на голову. Ну, либо я попросил тебя посмотреть видео, а ты сидишь и не можешь мне отказать. Кивни, если это так. Поставь лайк, если же за. А теперь скажи, ты кивнул? 3 раза. Все сказанное далее является лично моим опытом, но может быть подвергнуто критике. Жду в комментах. Тем не менее, сегодня нам понадобится шлемак виртуальной реальности Oculus Rift DK1, а лучше DK2. Также драйвер для него. Бесплатная программа Bereo Perception. Видеокарта получше, чем какая-нибудь GTX 650 Ti, например, 1060. И, конечно, игра Stalker Тень Чернобыля. Все это вы найдете в описании к ролику. Кроме шлемака. И видяхи. И игры. А остальное есть. Почему? Oculus соберу из-за нативной поддержки всех драйверов и нормальной подгонки линз к дисплеям. Трекинг нормальный, минимум колхоза, максимум технологий. Плюс, конечно, цена. Просто откройте Авито. Здесь могла быть ваша реклама. Или любую другую площадку и офигейте с цен. Video Perception. Этот софт взял потому, что бесплатный. Куча настроек доступна прямо в игре. Все меняешь без перезапуска, даже не снимая шлем. Правда, есть риск переборщить и блевануть. Об этом позже. Но есть минусы, такие как поддержка игр. Например, чистое небо в Припяти запустить мне пока не удалось. Говорят, 100% работает Warpix, но он стоит нынче по 3 косаря деревянных. Ну вы поняли. А в чем будет разница между DK1 и DK2? Технически и там можно нормально оглядеться. Хорошие объемы, погружение, но есть одна мелочь. Вот это. Нет, вам будут мешать даже не сами пиксели, а межпиксельная сетка. Так называемый screen door эффект. О том, как это ощущается, лучше всего расскажет вот этот видос. Ай. Больно. Кстати, сразу поясню за съемку. Засунуть поближе к линзам у меня получается пока только вот эту GoPro Hero 6. Все-таки более-менее приближенный к человеческому угол обзора. Но есть косяки с так называемым муаром. Это когда мелкие детали, особенно близко снимаемые дисплеи, адские ребят на видео. При этом ничего особенного, кроме близко расположенного экрана в шлеме, я не наблюдаю. Прямо как вы у себя за компом. Погуглите этот эффект, а лучше сами где-нибудь попробуйте VR. Там нет ничего страшного. Так, еще в DK1 нет внешнего контроля положения шлема, а значит, внутренние датчики поворота головы со временем накапливают ошибки отслеживания. Как это проявляется в сталкере, покажу чуть позже. Приступим к настройке на примере DK2. Софт. Для Oculus нужен драйвер и тулза. Зовется Oculus Configuration Utility, версия 1.10, также обзываемая в интернетах как Oculus Runtime SDK 0800. А рекомендую вообще для хорошей жизни провести настройку профиля, такую как рост и межзрачковое расстояние. Либо ничего не трогайте, если в демосцене все выглядит нормально. С помощью все той же демосцены увидите, что камера направлена на вас, и в любом положении вы не проваливаетесь за границей ее зрения. Далее хватаем прогу Video Perception, у меня версия 3.01 от 6 ноября 2015 года. В ней указываем Oculus Direct Mode. Кстати, если у вас больше чем один моник, рекомендую вырубить через параметры винды или кабель дернуть, потому что сталкер не умеет удерживать курсор мыши внутри окна. Отсюда случайные сворачивания и прочие неудобства, если мышь убежит на второй экран. Также заранее, без шлема, в игре лучше выставить тип рендера на статичное освещение, а разрешение согласно шлему, Full HD. Почему статика? Во-первых, хрен запустишь на динамике, будет либо виснуть, либо боговать. Во-вторых, в ванильном тече солнце ведет себя непотребно. В VR оно гуляет по небу слегка рандомно относительно поворота и наклона головы. Динамические тени делают примерно то же самое. А на статике тени уже как бы запеченные в текстуры на моделях и никуда не скачут. А в некоторых модах ситуация чуть лучше. Попробуйте сами. Разрешение можно, конечно, выставить выше, например, для улучшения ситуации со сглаживанием. Но тогда гребете слишком мелкие нечитабельные шрифты и ухудшение производительности. А пока что у нас главный девиз VR. Похер как оно выглядит, главное, чтобы не тормозило и нормально тречилось. Запуск. Запускаем игру. Наблюдаем черный экран. И ждем. Если ожидание затягивается, значит проблемка. Дропаем игру через диспетчер. Пробуем снова. Если после нескольких попыток не работает, перезапустите софтину. Также можно попробовать положить DLL-ки из папки с драйвером в папку bin. С первым Oculus все это было скорее правило, чем исключение. Со вторым почему-то все более стабильно. Если что-то не заработало, пишите в комментах, попробуем разобраться. Итак, игра стартовала. Сразу имейте в виду, что 3D-драйверы видосы в сталкере хреново совместимы. То есть менюха, заставки и титры будут сначала подтормаживать, а потом все медленнее и медленнее идти. С чем связано, я хз. Но в самом геймплее такого не наблюдается. Горячие клавиши. Прежде чем сталкиваться с внутриигровыми нюансами, разберемся с некоторыми горячими клавишами. Главная комбинация на протяжении всей игры для DK1 и всего единожды необходимой для DK2 — это левый Shift R, либо Ctrl R. Калибровка изображения по центру. Как раз именно это от нас и требует драйвер. Жмем.
Это необходимо для нормального позиционирования одного из режимов, коих всего два. Переключаться между ними можно нажатием на колесико мыши. Первый – уже известный нам режим VR. В нем изображение растянуто на весь экран и пытается походить на виртуальную реальность. Вполне успешно, кстати. В нем после некоторых манипуляций мышь и голова – это единое целое, то есть оглядеться можно и мышкой, и головой. Второй режим, так называемый кинотеатр. Изображение выглядит как здоровенный дисплей перед тобой. Картинка внутри тоже объемная, но не растянута на весь экран. Управление как за обычным компом. Используется для ковыряния в текстах, инвентаре и прочем. В Dekey 2 можно при желании наклониться поближе и почитать, что там написано. Как раз здесь и всплывают проблемы накапливания ошибок в отслеживании первого Oculus. Проявляется это так. Сел прямо, откалибровал, побегал недолго, переключаешься в режим кинотеатра, а экран где-то в стороне. Shift R. Во втором Oculus, понятное дело, такого нет. Далее следует настройка под себя. Врубаем нам лок, жмем Ctrl-Q и для начала идем сюда, с помощью кнопок на нампаде. Включаем хитрую функцию. Отлично, теперь у нас есть управление головой, но не торопитесь ею ворочать. Убедитесь, что настроена нормальная, удобная сенса мыши в игре. Лучше это сделать сразу, потом будет неудобно все менять, так как от нее будет отталкиваться настройка драйвера. Если все окей, возвращаемся в меню, но менять будем уже вот эти значения. Первый отвечает за повороты головы влево-вправо. Второе за вверх-вниз. Третий за наклоны головы на бок. Вот это можно не трогать, обычно наклоны корректны. Наша задача добиться удобной скорости поворота головы. Допустим, смотрим на стену слева, медленно поворачиваем голову вправо, смотрим на стену справа. Корректируем до нормальных значений. Мне вот, например, удобнее слегка ускоренное движение. А еще тут кроется один косяк. Недостаточная отзывчивость, если крутить головой совсем уж быстро. Кто скажет, как исправляется, получит от меня лайк и благодарность всего сообщества. Вот черт, все ведь выглядит как будто мы смотрим через бинокль. Скорее идем вот сюда. Тут можно настроить угол обзора и так называемый размер мира. Начнем с угла обзора. Включаем это и стрелочками меняем FOV как нам нравится. С зажатым шифтом дело пойдет быстрее. Лучше, конечно, добиться такого эффекта, когда при повороте головы объекты вокруг не искажаются в центре изображения и по краям. То есть их геометрия выглядит нормальной. Поиграйтесь с этим. Чем лучше настроите, тем больше будет эффект погружения и меньше мутилова. Второй важный момент здесь – это вот этот пункт. Отвечает за ощущение размеров всего вокруг. Хрен объяснишь. Грубо говоря, функция раздвигает или сдвигает изображение для обоих глаз к носу или краям. Например, при такой настройке для того, чтобы сфокусироваться на объекте передо мной, нужно слегка косить глаза к носу. В реальном мире обычно такое происходит, когда объект очень мал и находится близко к этому самому носу. Мозг получает инфу. Мы ощущаем себя ползущим на пузе через тематический детский парк развлечений по сталкеру. Чувство объема на задних планах сильно увеличивается, но страдает реалистичность. А обратный эффект будет, если значение стремится к нулевому. Здесь я, например, плохо различаю объем дальних объектов, так как мое зрение не позволяет смотреть на них с двух сторон одновременно, и поэтому они кажутся огромными. Предметы ближе при этом ощущаются довольно большими и настоящими. Мне больше не нужно косить глаза. Вы прослушали херню под названием «Объясни слепому, что такое стереоскопическое зрение». Короче, сами потыкайтесь, очень занятная приколюха. От себя только порекомендую проводить настройку рядом с такими объектами, размер которых вам хорошо известен. Например, люди, машины, жирный торгаш за прилавком. Остался еще один пункт меню. Самый спорный здесь. Position Tracking Configuration. Что это такое и как работает? Все мы знаем, что такое современный VR. Сейчас уже не нужно сидеть неподвижно и смотреть прямо. Можно наклоняться, прыгать, бегать и прочее. Голова будет находиться в VR там, где и должна. Эта функция делает то же самое. Но мы же в сталкере. Честно, на плоской картинке вашего экрана ни хрена нормально передать не смогу, но я могу рассказать. Все динамическое рисуется для известных координат, точки расположения одной камеры. Разрабы все подогнали для обычного монитора по красоте и нормас. Тут влетаю я со своим VR, врубая софт, который насильно добавляет вторую камеру. И все идет по бороде, но самое заметное — скайбокс. Ну то есть небо. Он в сталкере висит привязанный к камере, буквально рядом с персонажем, и хитро настроен, чтобы отрисовываться только за видимыми объектами. Так вот, жить это особо не мешает, если выставить адекватные размеры мира. Тогда небо не будет бросаться в глаза, все будет более-менее норм. Но при условии, что двигаться по миру вы можете только с помощью клавиатуры. Но мы-то тут сидим в менюхе с трушным трекингом головы, чтобы там наклоняться можно было и прочее. Собственно, врубаем трекинг. И теперь нам видно, что эта падла висит совсем близко. Отсюда наркотрипы, так как вот деревья, они далеко и высоко. А вот тучки, они как бы и за деревьями, но на самом деле ближе, чем деревья. Короче, пофиксить это можно, наверное, только изменив модель коробки с небом на какую-нибудь совсем огромную, чтобы она была далеко и не мозолила глаза. Поговорим о самом трекинге. Он офигенный. Теперь можно вживую наклоняться к предметам, выглядывать из окна или из-за угла. Повороты головы особенно реалистичны. Можно целиться через мушку в оружии и вообще выглядит эффектнее, чем простой трекинг.
Кстати, позиционирование можно использовать в геймплее. Например, в этом меню можно забиндить нажатие кнопок на различные положения тела. Я, например, когда опускаю голову пониже, приседаю в игре. Это может быть полезно и выглядит неплохо. Как играть, решать вам самим. Я бы рекомендовал врубать это по горячей клавише, когда вы находитесь в помещениях и подземельях, там, где небо не видно, но есть что поразглядывать. Кстати, горячие клавиши F11 или Ctrl-P. Да, если у вас при включении трекинга скорость в игре не соответствует реальности, можно подкрутить значения в том же меню до нормальных. Либо ловить адские трипы и затем блевать в шлем. Тут по желанию. Весь остальной набор меню и подменю относится скорее к официально поддерживаемым играм, таким как Skyrim, Left 4 Dead и прочим. Список игр лежит на сайте Софтины. Баги. Раз уж начали про косяки, то немного трёпа о багах и вообще касаемо построения картинки в нашем случае. Статичные модели в игре выглядят охеренно, а вот с динамическими объектами имеется ряд проблем. Могут быть освещены немного по-разному для левого и правого глаза. Из-за этого ощущается некоторая странность в том, как они выглядят. В худшем случае просто чернеют в одном глазу, пока на них фонариком не посветишь. Терпимо, но на атмосферу влияет. Далее интерфейс. Эта хрень в разных глазах может показывать разные штуки. Из того, что я сам заметил, здоровье и прочие шкалы могут врать. Типа в одном глазу у тебя здоровье кончается, а в другом за край экрана шкалит. Верь всегда тому, что меньше. Следом основная карта и мини-карта. С основной все понятно, она тупо лезет за границы интерфейса то в одном, то в другом глазу. Но поковыряться в принципе можно. Вот с мини-картой проблемки посерьезней. Ей ничего не стоит просачиваться за границы поля и лезть в глаза, когда не надо. Пожалуй, из всего списка самая бесячая. Так как я ни хрена не понимаю в моддинге, я ее тупо убрал в конфигах геймдаты. А вы тем временем смотрите на некоторое дерьмо, которое происходит с худом. Все в порядке, так и надо, ибо негоже постоянно переключаться на режим кинотеатра, чтобы полить, что там у тебя протекает. Края-то не видны. Кажется, наступило время для улучшения уровня жизни в VR. Разберемся, что можно сделать на первых порах. Для худа, собственно, есть удобная тулза, чтобы подвинуть интерфейс поближе к центру экрана. Для первого оголоса надо прямо вот так, даже еще ближе. Для второго можно и подальше. Вся суть в том, как это будет видно через линзы. Если там с краев все мыльно, ну или просто бесит глаза постоянно косить в бок, двигай ближе к центру. Ахтунг. Тулза поможет двигать ванильные элементы. Но если надо в моде динамические новости подвинуть, ковыряй конфиги вручную. Я, например, не осилил. Но немного базовой инфы есть в инете и в описании к ролику. Там же есть ссылка на софт. Так, еще каждый игрок заметит пропадающие текстуры и модели по краям экрана. Особенно мешает, когда ты днем такой заходишь в темный дом, там так страшно, ничего не видно. И тут тебя слепит пропавший потолок, потому что по мнению игры ей-то рисовать не надо. Тут нам на помощь приходит увеличение FOV в самой игре. Рекомендую прочитать про это подробнее в интернете. Обычно люди используют FOV Switcher. Я же в модах часто вижу эту настройку и меняю ее через конфигуратор либо прямо в игре. После изменения внутриигрового FOV нужно подкрутить тот же пункт в настройках Video Perception. С увеличением угла обзора бывает, что либо FPS адски падает, либо все мерцает и в одном глазу все пропадает. Снижай настройки, особенно сглаживание. Сильно меньше, все равно в шлемаке не увидишь, а в целом будет ощущаться лучше. Как определить, что у тебя проблемы с производительностью? Если все тормозит даже на минималках, ставь MSI Afterburner и пали, что там у тебя задыхается. Если нужно нагляднее прямо в игре, есть комбинация клавиш Ctrl-F. Что она показывает? Твой FPS. Тут все понятно. Далее, Async Time Warp FPS. Что это такое, советую почитать подробно в интернете или по ссылке в описании. В нашем случае все выглядит так. Если FPS падает ниже необходимого для нормальной игры, то эта штука начинает уплотнять движение камеры, используя меньшее количество кадров. Для редких фризов и подлагиваний этот метод годится просто отлично, особенно это заметно во время загрузки игры. Но на постоянку такое будет мешать, так как будут заметны подергивания в динамичных сценах. В случае со сталкером рекомендую поиграться с пунктом вертикальной синхронизация в настройках, так как у меня, например, этот пункт лучит FPS на 60, тогда как шлем требует 75, и я огребал эти самые подергивания. Если нажать Ctrl-F еще раз, то видим frame time. Это время, затраченное на отрисовку одного кадра. Если горит зеленым, значит все отлично. Кстати, в начале видео я упомянул видеокарту GTX 650 Ti. Это моя прошлая видяха, и на ней я пытался поиграть в Stalker и другие проекты в VR. Там Async Time Warp проявлял себя во всей красе. Можно было даже поиграть немного, но выглядело, конечно, тупо. Сейчас у меня 1060, и просадки, конечно, имеются, но не всегда. И в принципе играбельно. Даже записывать видео можно и стримить. Кстати, о видосах и стримах.
Для наблюдения со стороны в драйвере присутствует специальная функция зеркалирования на внешний экран того, что видит игрок внутри. Есть два вида отображения – точное соответствие или монорежим. Переключаются комбинации клавиш Ctrl-Home. В первом режиме точно видно, что видит игрок, но есть минусы. Низкое разрешение картинки, бочкообразные искажения, которые внутри шлема исправляются линзами, и специальный эффект хроматической аберрации, который как раз нужен для нормального отображения пикселей по краям экрана, так как линза сильно искажает их. Подробнее об этом эффекте все там же в описании. Второй режим – это привычный нам геймплей с моноизображением. Тут и разрешение нормальное, и искажение только из-за высокого значения угла обзора. Но при переключении на вид из кинотеатра он не отображается на внешнем дисплее. Минусы субъективны. Для наблюдателя может быть не вполне очевидно, что игрок в виртуальной реальности, ведь все выглядит как обычная игра. Это может быть актуально для стримов на том же Твиче, где выбор кого смотреть происходит больше по иконкам предпросмотра, чем по названию. Ну, дело каждого. Есть пара нюансов, как это захватывается. Записать видео через тот же Shadow Play проблем не возникнет. Врубаем понравившийся тип зеркалирования, включаем запись и погнали. А вот со стримами все сложнее. Например, OBS при захвате игры, запущенный в VR, видит только один режим – моно. Переключение горячими клавишами не помогает. Как заставить его видеть стереокартинку, я не знаю. Если шарите, подскажите в комментах. Есть еще пара слов о мультиплеере. Я играл в него даже в Дике 1. Я как бы уже много лет в него играюсь, но против чуваков со снайперками не попрешь. Ну тупо их не видно. В принципе, поугарать можно, особенно на локах из сингла, где ты можешь ползать и шкериться. В динамических боях стенка на стенку становится вообще не до VR. Врубается туннельное зрение, и ты, вжавшись в кресло, херачишь, даже головой не ворочая. Тупо некогда. Но всем рекомендую попробовать этот новый челлендж. На этом вроде бы все. Вынашивал идею года два, ленился нормально по полочкам разложить все, что знаю. Надеюсь, получилось. Напоминаю, что мои знания могут быть устаревшими или ошибочными. Если есть что сказать, заходите в комментарии, ну, или в группу ВК.